Марина Ревенко, неважно сколько лет, выглядит хорошо. Замужем слишком долго, чиновник министерства и любящая мать. Обожает распродажи, хотя никогда на них не ходит. При полной поддержке мужа встала на каблуки и прикупила пару юбок, не отказавшись от джинсов и кроссовок. Доверяет только известным брендам, даже если четко написано «Тоцерат Син». Уверена, что отражение в зеркале – это картина, которую надо писать с любовью.